Кто за? 16 ноября состоялось второе заседание районного совета депутатов 6-го созыва. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Курагинского района с соблюдением ограничительных мер было принято решение о проведении закрытого заседания. На заседании принято решение об утверждении состава постоянных комиссий районного совета депутатов, об утверждении председателей и заместителей председателей постоянных комиссий. Председателем постоянной комиссии по бюджету, экономической политике и промышленности избран Борис Арсентьев, постоянной комиссии по развитию села и агропромышленной политики Александр Юрковец, постоянной комиссии по вопросам жизнеобеспечения населения Виктор Лысенко, постоянной комиссии по социальной политике и местному самоуправлению Сергей Дубов. Принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата районного совета депутатов 6-го созыва Анастасии Овчинниковой в связи с отставкой по собственному желанию. Депутаты назначили на должность председателя контрольно-ревизионной комиссии Наталью Злотникову на срок полномочий районного совета депутатов 6-го созыва. Внесены изменения в решение районного совета депутатов о районном бюджете на 2020 год. Корректировка бюджета связана с увеличением доходной части бюджета на 144 100 рублей, расходной части на 148 200 рублей. Увеличение расходов предусмотрено в том числе на проведение ремонта кровли здания Березовской школы. Всего депутатами рассмотрено на заседании 12 вопросов.